Всех приветствую, мои дорогие! Сегодня пиццу готовим без муки. Такую пиццу можно готовить и кушать каждый день. Готовим основу для пиццы. В яйца добавляем хорошую щепотку соли, перец черный молотый по вкусу, сметану можно взять любой жирности, овсяные хлопья, которые нужно варить 3-5 минут. В сковородку добавляем растительное масло, разогреваем. Сковородка разогрелась, готовим на среднем огне. Распределяем по всей сковородке. Накрываем крышкой и готовим на среднем огне 2 минуты. Прошло 2 минуты. Сверху делаем сеточку из кетчупа. Выкладываем помидоры, нарезанные полукольцами. Куриная грудка отваренная, мелко нарезанная. Можно использовать колбасу. Сверху присыпаю приправой итальянские травы. Обильно присыпаем сыром и накрываем крышкой. И готовим в течение 3 минут под закрытой крышкой на среднем огне. Ну вот, прошло 3 минуты, сыр расплавился и пицца готова. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Мне очень будет приятно. Всем пока-пока!